Всем привет! Добро пожаловать в новогодний Харьков. Здесь празднуют веселее, чем в любом другом городе. Приготовление к празднованию Нового года в самом разгаре. И в этом видео я познакомлю вас с праздничным Харьковом, покажу самые красивые новогодние места города Харькова, и мы с вами прогуляемся по новогодним праздничным улицам города. Харьковчане и гости города собрались на открытие самой-самой большой и красивой новогодней елки. Еще чуть-чуть, еще немножко, и тихо постучит в окошко год наступающий, он новый. И запах в комнате еловый, и огоньки гирлянды яркой, и предвкушение подарков, все это праздника черты. Так пусть сбываются мечты, всех благ, добра, тепла, удачи, здоровья, а к нему в придачу заряда бодрости и сил, чтоб год лишь счастье приносил. Неважно, коренной вы житель Харькова или впервые приехали на экскурсию в Харьков, но удивит вас ежегодная, главная новогодняя ярмарка в лучших традициях. В этом году ярмарка на площади Свободы превзошла себя в гастрономическом плане. А это наш Дед Мороз, к которому мы все привыкли. Не Санта-Клаус, а именно наш сказочный, добрый Дед Мороз. Здесь все как в детстве. Любимые аттракционы, автодром, американские горки. Все ярко, празднично и торжественно. Тут же, на площади Свободы, открылся ледовый каток. Работать он будет до 31 марта 2021 года. Его площадь превышает 2400 квадратных метров. По сравнению с прошлым годом изменились размеры ледовой арены. Установлены новые холодильные системы, специальное оборудование, борта, ледоуборочная машина. А перед катком снова обустроили теплую зону для переодевания, где работает кафетерий. Теплая зона вмещает до 200 человек. Стоимость катка 150 гривен 40 минут. По всему периметру площади размещены интересные и красивые фотозоны. Друзья, я хочу вам напомнить, что под тем видео, которое вы сейчас смотрите, есть ссылки. Ссылки на видеоролики, которые я выкладывал совсем недавно.
это «Харьков предновогодний», о том, как еще с ноября месяца Харьков готовился к новогодним праздникам. Затем есть новогодний сад Шевченко, парк Горького и площадь Свободы. Эти видео вы можете посмотреть, они очень интересные и поднимающие настроение, если пройдете по ссылкам внизу в описании под этим видео. И также предлагаю вам подписаться на канал, если вы еще не подписаны, нажать колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео на канале. А также, друзья, оставляйте комментарии под видео, что вам понравилось, что не понравилось. А также поздравляйте друг друга с новым наступающим 2021 годом. Оставляйте свои любые комментарии. Новогодний город Харьков. Снега, к сожалению, почти нет. Людей на улицах тоже очень мало. Но, тем не менее, новогодняя атмосфера присутствует в городе. Такие новогодние инсталляции на домах можно увидеть практически в любом районе города Харькова. Давайте прогуляемся по улицам нарядного города Харькова и посмотрим на эти красочные новогодние огни большого города. Ну а мы перемещаемся на привокзальную площадь железнодорожного вокзала Харьков-Пассажирский. Традиционно харьковчан порадуют здесь украшения вокзала и привокзальной площади. Рекомендую посетить новогодние площадки внутри центрального зала ЖД вокзала в Харькове и елку у самого здания на привокзальной площади. Полюбуйтесь этой красотой!
а это зал Южного вокзала, либо ЖД вокзал Харьков пассажирский. Перед Новым годом в Харькове наконец-то выпал долгожданный снег. Надеюсь, он не потает до самого Нового года. Эта милая инсталляция с новогодней елочкой находится в городе Харькове, район Салтовка. Станция метро Героев труда. А как вам эта новогодняя елочка? Узнаете это место, где она установлена? Ну, конечно же, вы угадали с первого раза. Это торгово-развлекательный центр в городе Харьков, Французский бульвар. Здесь тоже много фотозон и новогодних инсталляций для хорошего времяпровождения и поднятия настроения перед новогодними праздниками. Дорогие друзья, зрители, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем году. Пусть Новый год войдет в вашу жизнь бурей положительных эмоций, радостей и исполнившихся желаний. Желаю вам здоровья, любви, достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего дня. На этом, друзья, наша прогулка заканчивается. До новых встреч в новом году!